загроза. До шантажу вдається вже не тільки Путін, а й його самопроголошений очільник Білорусі Лукашенко. Він доручив своїм силовикам розробити алгоритм застосування ядерної зброї. Хоча, нагадаю, за ядерним арсеналом, який росіяни планують розмістити на території Білорусі, контроль зберігатиме Москва. Тому незрозуміло, що мав на увазі Лукашенко під алгоритмом застосування. Про ситуацію довкола Білорусі, куди напередодні вже прибув ватажок вагнерівців Пригожин, говоримо із редактором Белсату Сергієм Пелясо. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Напевно, ви чули, що я говорила буквально кілька хвилин тому, от про цей алгоритм контролю і застосування ядерної зброї, яка зараз на території Білорусі від Лукашенка. Це що? Це такий політичний крок підняти собі ціну? Да, ну, такой пинг-понг между Лукашенко и Путиным насчет того, кто как будет использовать это ядерное оружие, продолжается с самого начала дискуссии на эту тему. Известно, что ядерное оружие не создавалось и не поддерживается для того, чтобы его использовать. Каждый, так сказать, трезвый человек понимает, что использование ядерного оружия означает, вероятнее всего, конец для того, кто его использует. Это понимают даже диктаторы Северной Кореи. И возникает вопрос, кто более адекватный, Ким в Пхеньяне или Лукашенко в Москве. Иногда я склоняюсь к тому, что Лукашенко более неадекватный в своих заявлениях, чем лидер Северной Кореи. Почему? Потому что, ну, известно, что владельцам, оператором, как это, какие синонимы не подбирай, оружие ядерное российское, и не Лукашенко будет его использовать. Ранее уже публиковался алгоритм использования этого оружия, если до этого дело дойдет. Для этого Лукашенко, ну, грубо говоря, должен позвонить Путину, получить его согласие. То есть Путин окончательно решает об этом. Естественно, с другой стороны, теоретически Путин должен был бы позвонить Лукашенко для того, чтобы, скажем так, не использовать ядерное оружие, а использовать белорусский военный персонал, если он будет необходим для использования этого оружия. Но никак Лукашенко не будет им в одностороннем порядке пользоваться. Это, естественно, пиар, рассчитанный на дураков. Пане Сергію, а на що розраховані заяви Лукашенка? Вчора він виступав перед військовими, і від нього, з його вуст пролунала така фраза, що оказывается, ядерное оружие – это непростое оружие в плане там, его обслуживания, в плане его захисту. И выглядит так эта заява. Вот вы правильно сказали про адекватность или неадекватность диктатора. Ну, что значит, оказывается, эта зброя нелегка в ее охороне и збереженні? Ты что, не знал, что такое ядерная зброя? Вот на кого эти, что это за заяви? На кого они спрямовані? Чи не почали люди в самій Білорусі от этих заяв якось жахатися? Ну, мы в ужасе от новостей в Украине и в Беларуси уже давно. Нас трудно чем-то удивить. Но мне кажется, Лукашенко в данном случае противоречит сам себе. То есть, с одной стороны, он заявляет, что мы выработаем какой-то алгоритм, а с другой стороны, он говорит, что это дело непростое. Это, он думал, что это типа, там, не знаю, зарядил снаряд и выстрелил, да? Он вполне мог так думать. Но оказалось, что дело непростое не только потому, что не он решение принимает, но и сама процедура его использования довольно будет сложная, если вообще к этому дело дойдет, да? Вот. Но на данный момент, до сегодняшнего дня, скажем так, до вчерашнего дня, не было серьезных подтверждений того, что это оружие вообще появилось в Беларуси. Да, конечно, оно могло тайком быть ввезено, часть его распределена, но не забываем, что еще до недавнего времени ни НАТО, ни Соединенные Штаты Америки не замечали передвижение ядерного оружия в Беларусь. Вчера появилась публикация такой инициативы белорусских железнодорожников. Это независимые железнодорожники, это те, которые следили и следят за передвижением российских войск в Беларуси. Они опубликовали подробный план того, как оружие ядерное из России в Беларусь перемещается. Но, тем не менее, это еще не является доказательством точным того, что оно есть, какое оно там есть и где оно есть. Да? Но самое главное тут, это даже не ядерная риторика Путина, которая в последнее время
фактически нет уже, да, по крайней мере, он взял паузу. А вот Лукашенко взялся по полной программе, так сказать, эту тему обсасывать с разных сторон, да. Оказалось, что это непростое, ну, потому что для Лукашенко это непростое, он не может его использовать, даже если захочет. Я не сомневаюсь, что если бы в руках у Лукашенко было ядерное оружие, то он мог бы принять решение о его использовании, возможно, даже быстрее, вероятнее, чем Путин. Мне кажется, он может быть даже более неадекватный, чем Путин. Конечно, не в той ситуации, которая теперь есть, а в ситуации конкретной угрозы. Ему ядерное оружие нужно как потенциальная защита от агрессии из-за рубежа. Как то белорусских добровольческих формирований, и не только в Украине, а также в Польше и в Литве. И НАТО, ну, паранойя против НАТО в Білорусі Лукашенка, вона достигла космічних висот. Пане Сергію, напередодні в Білорусі з'явилася ще одна зброя в прямому і в переносному сенсі. Це формування «Вагнер». Скажіть, будь ласка, а для чого це Лукашенко? Враховуючи його участь в перемовинах по недопущенню заколоду, наскільки це змінить його ситуацію як самопроголошеного президента Білорусі в очах своїх співгромадян? Да. Ну, во-первых, мы точно знаем, что Пригожин прилетал в Беларусь вчера утром, и вчера же он вылетел из Беларуси, вероятнее всего, в направлении Российской Федерации. Прилетело два небольших самолета бизнес-джета, и два самолета также улетело, вероятнее всего, после переговоров с Лукашенко. Лукашенко ездил в резиденцию на Минском море, так называемое это водохранилище около Минска, и там 5 часов он чем-то занимался. Проект «Белорусский Гаюн» утверждает, что, возможно, он переговаривал там с Пригожиным, после чего Пригожин улетел. Это как бы все, что на данный момент официально или неофициально мы знаем, более-менее из серьезных источников. Что касается информации о том, прибыли ли уже вагнеровцы в Беларусь, об этом информации на данный момент у нас нет. И нету никаких доказательств этого факта, да. Появился вброс о том, что якобы готовится для них база под Осиповичами. Но я бы, скажем, я бы сказал, что это 50 на 50. С одной стороны, этот слив опубликовал российский сайт, пусть себе независимый, потом его развенчали, но после этого появилась и белорусская информация от независимых медиа, что в одной из заброшенных военных баз под Осиповичами, небольшой базе, начали убирать и готовить казармы для кого-то. И этим обеспокоены местные жители. Лукашенко вчера сделал заявление, что мне вагнеровцы нужны для того, чтобы они научили воевать наших. То есть в чем смысл? И это имеет свою логику. Ну как бы мы, белорусские журналисты, публицисты, довольно неплохо понимаем, когда он врет, а когда он заливает, а когда он говорит правду. Я думаю, это, по крайней мере, частично правда. Вот смотрите, его оппонентов вооруженных, то есть полк Калиновского, других добровольцев белорусских, а также белорусские парамилитарные организации на Западе обучают западные специалисты, да? А в Украине украинцы. То есть белорусы в Украине воюют так, как воюют украинцы. А лукашенковские спецслужбы не умеют так воевать. Да они вообще не умеют воевать, они же никогда не воевали. Они воюют только со своим народом, пенсионерками с флагами, со студентами и так далее. А вот если придут добровольцы с боевым опытом в Украине, кто будет против них воевать? А может ли Лукашенко положиться вообще на свою армию? И вот для этого, возможно, на некоторое время, даже ненадолго, нужна какая-то небольшая группа вагнеровцев, опытных, не зэков, а именно тех, которые командиры, которые в Африке воевали и так далее, которые обучили бы, скажем так, какие-то части, например, сил специальных операций лукашенковских для противодействия, скажем так, украинской тактике. А что такое украинская тактика? Это все чаще западная тактика ведения мобильной войны, да, которой украинцы научились в Великобритании и США. Вот для этого нужны и вагнеровцы, которые расскажут ему, как противодействовать современной западной тактике, потому что они с ней столкнулись под Бахмутом и вообще в целом Украине. Пане Сергію, а як ви вважаєте, це актуалізує для України нову небезпеку із півночі, якщо вагнерівці почнуть навчати білоруську армію? Я думаю, что украинцам можно более-менее спать спокойно на северной границе и не бояться того, что что-то там произойдет, кроме мелких инцидентов. С одной стороны, Украина последние больше года очень серьезно, так сказать, строила границу, оборону на границе северной. Мы все это видели, это не секрет.
С другой стороны, белорусская армия, я не думаю, что она готова ни сегодня, ни завтра будет провести агрессивные действия против Украины. Если мы увидим, что Россия перебрасывает свои войска в Беларусь под видом учений, вот тогда, возможно, вырастет шанс на то, что Лукашенко втянут в войну. А Лукашенко скорее думает о обороне теперь. Он думает о том, как защититься от удара из-за границы. И тут есть и пропаганда, он пугает того же Путина. Вот смотрите, на меня сейчас нападут с Запада и с Украины, я должен защищаться, потому я не дам вам свои войска. А с другой стороны, есть реальная угроза, потому что белорусские освободительные силы, назовем это так, добровольцы в Украине и в других странах, они реально хотят сбросить режим Лукашенко вооруженным путем. То есть вернуть закон и порядок в Беларусь с оружием в руках. Другого способа люди просто не видят. И вот этого Лукашенко боится, не доверяет своим неопытным, скажем так, силам. И для этого нужны вагнеровцы, чтобы они их обучили. Но нападать на Украину, я не думаю, что ни вагнеровцы, ни белорусские войска посмеют. Потому что, во-первых, пока что вагнеровцев нет в Беларуси. А если и будет, то их не будет там очень много. Я думаю, что им просто там нечего будет делать. Если они вообще там появятся, то речь, думаю, будет идти о десятках или сотнях, но никак не о 25 тысячах, которыми так кичился Пригожин. Пан Сергій, дуже цікава розмова з вами. Наостанок лише запитання, коротку відповідь попросимо вашу. А що взагалі говорить білоруське законодавство про перебування на території Білорусі якихось приватних військових компаній? Прекрасный вопрос. Мы вчера с коллегами тоже в редакции об этом это обсуждали. Это будет в наших сюжетах. Это абсолютно нелегальное появление вооруженных формирований. Это незаконное вооруженное формирование. Они должны, появившись на территории Беларуси, сложить оружие. Если они появятся, они имеют право, имея российские паспорта, но без оружия. Даже прилет самолета Пригожина с охранниками или с костяком, скажем так, его там командования, с оружием, а он был незаконный. Это незаконно, это нелегально. Лукашенко ведет, то ему не до законов, как говорится, но они появляются в Беларуси абсолютно незаконно, если они появятся с оружием. Дуже вам дякуємо, пане Сергію. Сергій Поляс, редактор білоруського телеканалу «Белсад», був на прямому зв'язку.